С вами канал «Улица Москвы». Мы на втором лесном переулке. Это, наверное, самый протяженный из всех четырех лесных переулков, которые проходят здесь вот в Тверском районе, неподалеку от станции метро «Белорусская», кольцевой линии. Здесь раньше троллейбусы ходили. Сейчас вот уже следов проводов нету. И прошла реконструкция по программе «Моя улица», которая, конечно, центральный округ подвергся в наибольшей степени. Тут чуть ли не каждый двор отдраили. Ну и, естественно, одели в плитку, куда же без этого. Здесь еще вот сохранились пятиэтажные дома. Уже вот второй лесной переулок, он как бы разделяет бизнес-квартал, который находится вот непосредственно к станции метро, примыкает, и уже жилые микрорайончики туда вот, в ту сторону. Ну ладно, до туда мы там дойдем еще. А сейчас пока что будем идти в сторону лесной улицы. Ну, тоже небольшой переулок. Не скажу, что он прям какой-то сильно протяженный. Так, а вот там дом. Интересно, ну там 6 этажей в нем, да. Дом-корабль прям какой-то выглядит. Как строили раньше, кирпичка к панельке прямой, или что это за дом, я не знаю. Абсолютно разные дома, разные этажности, и друг к другу вплотную примыкают. Вот так вот. Так, сейчас перешли четвертый лесной. Сейчас будет третий лесной, за ним уже улица Лесная. То есть получается, первый параллельно второму, третий параллельно четвертому, и третий, четвертый связывают первый со вторым. Такая вот нехитрая тут сеть из этих переулков лесных. Поехал 7-й трамвайчик по лесной улице к площади Тверская застава. Когда-то у него вообще тут остановка была в тупике. Неподалеку здесь где-то. Возле... Ну, как бы даже не здесь прям. И он менял направление движения, ехал обратно. Трамвайчики все сдвоенные ходили. Улица Лесная мы сейчас. Я думаю, на ту сторону не пойдем все-таки. Это то, что вы видите, здание на той стороне. Бывший троллейбусный парк. Но сейчас переделанный под фудмолл. Называется депо. Там вы можете попробовать вкусную пищу. Ну и стоит она там, конечно, тоже нормально. То есть это такое место, где можно хорошо перекусить и хорошо потусить, наверное.
Так, вот он. Все, мы пойдем дальше.